С каждым годом зрение у мурманчан, особенно у детей, становится все хуже. Специалисты связывают это с обилием компьютерных игр, телевизионных программ, столь популярных у подрастающего поколения. Вылечить патологию помогут в обновленном центре охраны зрения. Центр охраны зрения в этом году отметил 15-летие. Полная замена оборудования – своеобразный подарок юбилею от областного министерства здравоохранения. Приобретен специальный УЗИ-аппарат, расширилось и само помещение. У нас теперь у каждого врача есть кабинет, да, то есть полный прием идет. Плюс помимо, у нас был один кабинет аппаратного лечения, сейчас вот два кабинета, и те аппараты, которые желательно делать, медсестры занимаются отдельно с пациентом, да, то есть она находится в другом изолированном помещении, соответственно, как бы им никто не мешает, и места больше стало. Самое главное – выявить недуг на начальной стадии заболевания. Для этого врачи советуют регулярно проверять зрение. Каждый год на консультацию к специалистам приходят 5000 детей. Лечатся еще больше – более 7500. Аппаратное лечение развито достаточно не только на базе поликлиники, а еще на базе детских школ, медицинских кабинетов школ. Это в Октябрьском округе и Первомайском округе. Достаточно востребована эффективность, действительно, видна и достаточно, особенно у тех деток, у которых впервые является спазм аккомодации, то есть когда мышца вследствие больших нагрузок, вследствие проживания в условиях крайнего севера не всегда справляется с теми нагрузками. В ближайшее время обновление коснутся и рабочего места лора. Также планируется оборудовать несколько койко-мест для дневного стационара, что должно еще больше улучшить качество услуг специалистов детской консультативно-диагностической поликлиники.